5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление под Москвой. В этом году исполнилось 80 лет этому историческому событию. Сейчас в Люберцах не осталось ни одного участника битвы за Москву, но память о них жива. Возложить цветы к вечному огню пришли глава округа Владимир Ужицкий, члены общественной палаты Люберец, депутаты, молодогвардейцы, школьники и ветераны Великой Отечественной войны. Очень много делает управление по работе с молодежью. Вот. Были проведены уборка воинских захоронений совместно с молодежью. Вообще 2021 год, он вообще весь юбилейный. 80 лет начала Великой Отечественной войны, 80 лет битвы под Москвой. 80 лет, вот 29 числа было 80 лет гибели Зои Космодемьянской. Сражение завершилось полным разгромом 11 немецких танковых, 4 моторизованных и 23 пехотных дивизий. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. Гитлеровская операция «Тайфун» по взятию Москвы провалилась. Декабрьское контрнаступление переросло в общее наступление Красной армии.